Думаю, что вам, как профессиональному спортсмену, будут интересны наша спортивная инфраструктура, опыт подготовки атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи. У нас в стране созданы для этого все условия. Ну и, конечно же, в вашем виде спорта, которым вы занимались, и, уверен, не забываете сейчас, ваш опыт, ну просто потрясающее значение имеет для нас, белорусов. Очень большое значение. И если вы нам поможете, мы вам будем благодарны. Совсем недавно, в прошлом месяце, вы лично побывали на Минск-арене, и ледовые площадки Олимпик-парка, смогли в этом убедиться. Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, также отдельные споры российских команд. Слава Богу, не было бы счастья, несчастье помогло. Мы начали ближе с россиянами и тренироваться спортсменами, и соревноваться по многим видам спорта. Думаю, что в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий. Ну и соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств, ну если европейцы кто-то захочет, или латиноамериканцы, милости просим, мы всегда с россиянами для спортсменов открыты.